сегодня страна стоит на очень важном этапе своего развития, и молодые ученые – это как раз подспорье в борьбе с теми санкциями, которые сегодня давят на нашу страну, пытаются надавить на нашу страну. А молодые ученые как раз, они помогают нам полностью перейти на импортозамещение, во-первых. Во-вторых, их разработки, они актуальны, они с новым взглядом, с новым видением, и они помогают сделать как экономику нашей страны сильнее, так и страну в целом. Мы прорабатываем не только технологию утилизации золошлаковых материалов, но и других отходов промышленного производства. Первое, что мы делаем, мы изучаем материал, разрабатываем пути использования. Когда находим пути использования, мы их продвигаем. Если не находим, то мы их ищем или придумываем заново. Мы создаем сорта высокопродуктивные, адаптивные к нашим регионам, не только к регионам. На всей территории Российской Федерации практически возделываются наши сорта. На территории Республики Казахстан мы заключили недавно договор с Арменией. Сейчас мы будем заключать с Таджикистаном, с Узбекистаном. Наши сорта именно Омского НЦ занимают площадь 10 миллионов гектаров.